начали бомбить, начали стрелять, и казаки попали под этот обстрел. Они, конечно, как могли, сопротивлялись, стреляли по самолетам, но, увы, 10 воинов погибло. Местные жители, оставшиеся в живых казаки, летчики и технические работники аэродрома, с боевыми почестями. Примерзли немножко. Давайте, давайте. Давайте. Камень на могиле казаков-кубанцев, он был выполнен в январе 42 года. Железнодорожным костылем местные железнодорожники выбили здесь. Мы видим надпись о том, что здесь погибли казаки-кубанцы. Он долгое время, даже когда район был под оккупацией, никто его не тронул, даже немцы его не тронули. То есть вот этот подлинный камень именно только в 42 года. Дорогие наши гости, мы находимся с вами на одном из священных мест нашего легендарного Ленинского района, Восточного Крыма, месте гибели казаков-кубанцев 72-й дивизии, которые погибли здесь в бою с немецко-фашистскими захватчиками 29 января 1942 года. Здесь, в этот январский день, где сегодня произрастает сельскохозяйственной продукции, угодья, располагался аэродром 270-го истребительного авиаполка. Ну и немцы налетели на позиции аэродрома, а в это время казаки совершали конный проход по территории полуострова и как раз попали под пулеметный обстрел. Погибло 10 человек. Все фамилии мы установили. Я работаю еще в 1989 году в Центральном архиве Министерства обороны в городе Подольске. Поднял документы о истории полка, о истории 72-й дивизии. И сохранился список всех 10. Здесь 10 человек лежит, ни больше, ни меньше. Все сохранилось. Подписано этот скорбный список лично командиром дивизии, генералом-майором Книгой Василием Ивановичем, потому что это были первые потери дивизии. И, в общем-то, мы видим камень, который был выполнен и самими казаками, и железнодорожниками, прямо костылем местные умельцы, как могли, обозначили о том, что здесь захоронены наши освободители и защитники полуострова. И несмотря на то, что потом еще было полтора года оккупации, даже фашисты, не посчитали нужным уничтожить этот камень. Будем отдавать должное, что фашисты тоже понимали, что погибли солдаты. А уже послевоенное время, когда благодарные жители Ленинского района старались в меру финансовых возможностей увековечить память защитники и освободители полуострова. У нас в районе 147 объектов культурного наследия, связанных с темой Великой Отечественной войны. Это воинское кладбище, одиночные братские могилы, памятные знаки, одно из таких священных мест.
то, где мы сегодня с вами находимся. Это, конечно, хорошо, что, несмотря на много-много лет, прошедших после Великой Отечественной войны, родственники считают необходимым, что, несмотря на то, что прошло очень много-много лет, а родственники считают правильным и необходимым найти возможность, чтобы приехать, поклониться праху дорогого и родного человека. Это наша общая память, наша общая боль, наша гордость, потому что в Российской Федерации, как нигде, чтят память солдат, память защитников Отечества. Вы, дорогие наши гости, уже знаете, где это место святое для вас. Я думаю, что это ваш приезд первый, но не последний. Конечно, очень рады, что попали сюда. Мы планировали это долго, но получилось только сегодня. Тогда не знали, что где находится его отец. Знали, что в Крыму, а где именно, не знали. Ну, теперь, я думаю, мы будем часто здесь бывать. Приедут еще внуки, правнуки и почтут память своего дедушки и прадедушки.